Легко ли быть учителем? В школе номер 198 прошел день самоуправления. В день учителя старшеклассники примерили на себя роль учителей. Они провели уроки в начальных классах. В школе номер 198 необычный день – день самоуправления. Директоры и учителя отдыхают. На их место заступают ученики старших классов. Каждый провел по одному-два урока, но уже за это короткое время, по их словам, поняли, что учителям быть интересно, но нелегко. Не просто заинтересовать 25-30 почемучек. В этот день мы взяли на себя ответственность провести уроки у наших младших учеников. Быть учителем – дело непростое. Учителям очень нравятся дни самоуправления. Это хорошая деловая игра для учеников. Учит их дисциплине, мыслить творчески и, конечно, уважать труд учителя. Осень позолотила листву замечательные цвета радуги, а это значит, наступает День Учителя. Это замечательный праздник, День Учителя. А действительно, нет человека, в жизни которого бы учитель не играл важную роль. Не зря учителей называют вторыми мамами. И сегодня мне бы хотелось поздравить учителей школы номер 198 и учителей Кызылординской области с этим замечательным праздником. Пожелать им здоровья, творческих успехов и талантливых учеников. Практически все старшеклассники в этот день побывали в роли учителей. Однозначно, кто-то из них еще более утвердился в своем выборе – стать учителем. Родион Лебедев, Бауыржан Кужамуратов, Дархан Туксиит, телеканал Кызылорда.